Essa è? Io sono file curve. Vega de Rio Palma. Въезжаем в этот в местность. Рио означает вода. Ну как вода? Река. De Palma.
einige die Leute nicht mehr, ja? Die sind in den Schächten in der Mauer. Viele Leute fragen auch auf die Inzineration.2, John de Betancourt, das waren die Normannen, hat die Insel erobert, in Auftrag der spanischen Krone. Und im 1410 hat diese Santa Maria Kirche gebaut. Also praktisch haben wir wirklich die erste Siedlung auf der gesamten Katalonien. Die Ureinwohner von Fuerteventura, die haben keine Widerstand. Diese verstehst du? Tenerife, Palma, in 1400 году была построена эта церковь. Thank you.
Quando, con il papà. Con te chi? Боже, как красиво, друзья, гляньте. Необычные фрески прямо. Посмотрите, как красиво. В 1400 году была построена эта церковь, вот поэтому так вот все красиво выглядит. Ой, очень необычно, конечно, такой вид, гляньте. Thank you.
alumnas, sácame el centro de la escalera. Какие красивые герани, посмотрите, друзья, как красиво растет герань, а? Мне очень нравится здесь, конечно. Очень красивое место. Ничего не скажешь. Ой. Умеют же люди красиво делать, правда?
Die Arena. Thank you.
по-моему, очень красиво. Друзья, вы знаете, я вам снял здесь видео. Я, честно говоря, вот, ну, здесь можно гулять целый день. И, наверное, дня не хватит, чтобы посмотреть эти улички, эти улочки, да, вот это вот. Каждую деталь нужно рассматривать, потому что очень интересно. А, bien. Очень интересно. Поэтому, ну, знаете, так у нас времени мало, поэтому я снял как смог. Вот, ну, я думаю, что представление вы имеете какое-то, да. То есть, если вы будете в Фуэртевентуре, обязательно посетите это место. Обязательно. Вы не пожалеете. Здесь очень много необычных, красивых, неординарных даже сувениров можно купить, да, вот. То есть необычные, не похожи на другие. То есть очень большое разнообразие местной посуды, да, вот, то есть очень красиво. Здесь можно днями находиться, вот честно, в такой прекрасной атмосфере, отсюда даже уезжать не хочется. Не то, что там, понимаете. Очень впечатляет.